Ежегодно 18 мая музейные работники отмечают свой профессиональный праздник – Международный день музеев. Традиционно в этот день музеи по всему миру распахивают свои двери для желающих и проводят бесплатные экскурсии. Но в этом году все иначе. Музеи закрыты для посещений и работают в формате онлайн. Чтобы увидеть знаменитые выставки, не нужно никуда ехать, достаточно иметь доступ к интернету. И хотя экскурсия на экране не заменит живого присутствия, каждый сможет узнать что-то новое для себя и прикоснуться к историческому наследию. Музей не только показывает предмет, он его еще хранит. То есть, чтобы показать его, нужно сначала, конечно, сохранить. В преддверии Дня музеев во многих странах проводится акция «Ночь в музее». В республике она прошла 16 мая и впервые в виртуальном формате. Участники смогли увидеть трансляции виртуальных туров и мастер-классов, прослушать лекции и ознакомиться с уникальными экспонатами. Проведенные мероприятия посвятили столетию Чувашской автономии и 75-летию Великой Победы.